Привет, друзья! Мы хотим вам показать небольшой видеоотчет о том, как мы будем записывать наш дебютный EP. Вот. Мы долго шли к этому, работали над нашим материалом. Наконец-то мы начинаем запись, мы этому очень рады и готовы к работе. Так, мы начинаем. Здравствуйте! Сейчас я вас научу, как правильно делать гитар-спин. У меня есть майка чёрная. Вот. Слышим, блядь, стой. Ну, я,
Я вообще не хочу, лет. Не хочу сейчас, блядь, это. Ну как же это вообще? Ну давай, давай, давай. Иди ну ладно, блядь. Ну иди сюда нахуй, иди сюда нахуй. Ну давай, ну, ну, да, вот смотри, на камеру, смотри, на камеру. Чё? Одна песня? Да хера песен вообще, до черта, блин, вообще просто трындец, блядь. Одна песня осталась? Надо как... Одна песня осталась записаться, в общем, и в скором времени мы и видео это выложим. Мэдкрафт Кобра! Период записи альбома у нас не было какого-то супер современного, супер клевого оборудования. Мы просто записывались на том, что у нас есть. Многие вещи мы позаимствовали у друзей из оборудования и старались выжать из этого максимум. И у нас это получилось, я так думаю. Возможно, можно было бы сделать что-то и получше, что-то и покачественнее, что-то поинтереснее. Но мы просто, у нас была цель записать альбом. Текста песни мы вкладывали наши чувства, эмоции, которые происходили в этот период жизни. Нам нужно было объединить наш материал во что-то одно целое и подать это не только людям, но еще и самим себе, потому что это какая-то ступень для нас, какая-то точка следующего толчка. Для продвижения дальше, вперед. Я думаю, мы сделали это. Как у нас получилось, так у нас получилось. Мы довольны результатом. Я не спорю, что можно было сделать сотню тысяч раз лучше или сотню тысяч раз хуже. Это уже решать не нам. Мы знаем, что мы это сделали, записали. А всем критикующим могу сказать, что... Идите на... Ну, действительно, вы можете сидеть... дома за компьютером просить себе жопу, но при этом мы просто взяли и сделали. А критиковать может другой, а взять и сделать не каждый. Так что мы к критике относимся достаточно хорошо и наоборот берем из нее все негативное и убираем из себя. Соответственно, и воплощаем это в музыке. Так что мы сделали, мы довольны и будем идти только вперед. А еще мы бы хотели поблагодарить наших друзей, которые помогали нам при записи альбома, при работе с альбомом. Без вас мы бы не справились. Спасибо вам огромное. Thank you so fucking much! Мы рады, то, что... Вы есть у нас, а мы есть у вас. И без вас мы бы не справились. Мы бы ничего не сделали. Да, так что в дальнейшем будем радовать вас вкусными видосами, отличными концертами, супер... Я не знаю, гигами и всем остальным хорошим. Оставайтесь в теме, будьте, будьте брутальны. С вами Эйч Дабл Ю Си. Как партия, что близкие стали.
чужими. Меня когда беда поразила, отбили сухлица и рухнули маски. Беседы о правде были лишь сказки. Руки друзей исчезают, туманы доверие к себе. Вы с грязью смешали, душа развивается, тонет во лжи. Я сломлен обидой, но горд изнутри, равнодушие я вижу. Жрать систему, которой мы все друг друга имеем. Не изменишь весь мир ни ударом, ни лаской. Не верь никому, не теряйся напрасно. Будь рад за себя, светлой истины нету. Не правды, но уже все придумано кем-то. Никто не поймет твою душу и мысли вокруг лишь потомки уроки.